Вот это могила сына Разина. Как говорится, Бог шельму метит. Прости, сыночек, нас. Прости. Прости. Вот Разин теперь строит тут целую, блин, часовню на штрафах денег, которые от Кузнецова, авторские права, были украдены. И на Шатунова, который он штрафовал за ворованные у него же песни. А сыночек, в чем сыночек виноват? Что у него папа такой? А теперь папа вот на эти ворованные деньги за авторские права, которые он украл, ему часовню строит. Так часовню надо строить, помогать надо живым. Сыночку хорошо. Сыночек-то в чем виноват? Ну не пожил, да. Что у него папа такой? Живым надо помогать. Сейчас пройдем до могил Шатунова. Вот посмотрите, сколько здесь цветов. Елочка вот поваленная, там цветочки. Ну ладно, елочку я поправлю. С Новым годом вон его поздравляли. Сейчас мы пройдем вот отсюда к могиле Шатунова, посмотрим, сколько у него цветов. Это Троекуровское кладбище, тут все так цивильно. Самое богатое место, как говорится. Все сокровища мира, ну и мира. Кого тут только нет. И знаменитые актеры, и певцы. Вот чего они достигли в своей жизни. Пойдемте, пройдемте. Могил Шатунова, где все время белые розы, красные розы и поклонники стоят. Поклонники, правда, уже ушли. Только что были три женщины. Вот, постоянно тут цветочки. Народ все равно все чувствует. Кто талант, кто не талант, кто народный, кто не народный. Вот, пожалуйста. Все любили Юру Шатунова. А Разин что? Он его своими штрафами, своими судами до могилы загнал. Ну отстали бы от человека. Ну поет он песни, поет. Он не собственность чья-то. Он же творческая личность. Он уже сформировался. Он пел песни. Идите сами пойте. Идите сами. Если вы хотите там что-то доказать, идите сами на сцену пойте. Так вы же не можете петь. Вас никто не хочет слушать. Ваш корявый голос, ваше фальшивое звучание. А человек искренне пел, чистым сердцем. Он хотел для семьи, для детей денег заработать. Помогайте его детям. Толку? Ну вот стройте вот часовню вон там, да, часовню сыну Разина. Ну смысл? Помогайте живым, помогайте детям Шатунова, помогайте матери Кузнецова. Тут все время вот ламбады горят, поклонники приходят. Они его любили. А вы его эксплуатировали. Эксплуатировали, хотели денег на нем заработать. А о нем не заботились. Народному от народа, вот, пожалуйста. Люди приходят, вот приносят венки. Пишут там. Ты был
Ты просто был. Ты всегда рядом абсолютно. С любовью, Юрий и Кузи. От группы «Легенды поклонники». А все вот эта суета. Вот книжка, вот, пожалуйста, книжка. Одну украли, вот вторую завели. С любовью. Книга от поклонников, там пишут тексты, все. Люди стараются, там пишут отзывы. Извиняюсь, сейчас поснимаем, что здесь есть. Орел Ментецк на вас скорбит. Вечная память, любим, скорбим. Пенза, Геленджик, Ульяновск. Вот в файликах сразу, чтобы не портилось. Красит воду, принести чистоту. Вот это гениально, да, в файликах, чтобы оно не портилось. Пожалуйста. Вот. То есть первые книжки, которые выкладывали, украли, но люди все равно вот приносят новые. Новые все. Прости нас, Юра. Ты ушел таким молодым. Ты остался вечно юным в наших сердцах. И твои песни будут звучать. Ну, да, что ж, прости нас, Юра, за любовь. Прости нас, Юра, за любовь, за слезы и печаль невыносимую. Ну как же сложно прошлое переболеть. Ведь настоящим день за днем тебя еще сильнее, Юра, любим мы. В наших сердцах ты будешь жить вечно.